Ой, красиво. Красиво, смотри. На батарее я б не уехал. Вот видишь, зачем эвакуационный шар? Срабатывает вот такая вот анимация, друзья. Вот таким вот образом мы залетаем в зону, ну тупо как батя. И это очень быстро. Нереально быстро летит. Так, так, еще и скин на парашют. Я же говорил, что 100% у меня это получится. Смотри. Смотри. Да ладно. Ребят, буквально только что скачал я обнову пару минут назад. Я не смотрел ничего в менюхе, не рассматривал. Зашел просто в катку. Единственный вопрос, который меня волнует, где найти эвакуационный шар и как он работает. В Китае он был уже год назад. Ой-ой-ой, типы летят. Да, а к нам его только подвезли. Кстати, оцените новое легендарное качество желтого цвета. Или как там, ультиматум. Смотрите, парашютик. Топ из топов? А? Самый редкий парашют в игре. Такс. И дробовички у нас говорили, что сделали имбовий. Можно пофиксить. Потестить будет. Вижу типов. Они пока меня не видят. Ой-ой-ой, ничего себе, там гренадеры. Я вижу третий шлем, и он мне нужен. Сейчас. Это... Но мне кажется, что вот шар будет похож как раз таки на третий рюкзак. И третий шлем бы подрезать. Вижу типа, но очень далеко. Не хочу даже палиться пока. Двойку уже где-то взял. И все равно баг с этой двойкой не пофиксили. Она все равно становится автоматом на автоматы. Меня это бесит. Ну, слушай, лута на контах нормально. Раньше меньше было. Возможно, из-за того, что ивента нет. Я хз. Так, ну пора уже кого-то. Ой-ой-ой, новый этот. Килчат новый. Как-то снизу по-другому. Но это все фигня. Дайте нам ПЖ. Эвакуационный шарик. Просто полетать. А может... А, я походу в киллбоксе у них найду. А, слушай, и шрифт поменяли немного. Ну, ой. Пока особых изменений колоссальных я не вижу в этой обнове. Ну, их в принципе там и не должно быть, они не обещали. А, в Сайган 10 патронов теперь, смотрите. Да, оно. На 5. А если поставить увилмак, у меня есть увилмак? Оно. Да, 10. Раньше она была на 7 патронов просто, а теперь на 10. Топ из топов. Все, Сайган, можешь уходить, поэтому... Первый такой момент, который, возможно, не каждый заметит, но я прочитал в почноуте это. А вот где шар эвакуационный? Алло, где его найти? Он просто валяется или как-то по-особенному будет? Как думаешь? Я думаю, что будет просто на карте лежать. Может, пойдем тогда на... Есть одно местечко. Там, где в трейлере все это было. Может, там точно будут. Я посмотрю. Ну, пока я не нашел. И ты напиши в комментах, если ты находил и где ты находил его. И также напишите, ребятки, что вы заметили в обнове. Возможно, какие-то пасхалки. Возможно, по вашим пасхалкам я сниму вообще отдельный видос на канал. Но пока ничего не видно. В плане какого-то глобального. Если вы ждали коллабу, то коллаба, по идее, выходит у нас завтра. С Evangelion или Evangelion, я не знаю, как правильно, и вообще похер на ту коллабу. Буду катать в классику, потому что там особо ничего такого прикольного нет. Я потестил. Годзилла и Конг на минималках. Батейра. Слушай, а может у бота? А ну. Не, ну бота лут норм. Короче, давайте, дабы не затягивать видос, найду этот шар эвакуационный и продолжим. One hour later. Я не знаю, так будет на постоянку или нет, но оказалось, что найти ракетницу гораздо проще, чем эвакуационный шар, ребят. Ракетница вот, шар я до сих пор не нашел. И если его действительно так сложно найти в игре, то... Ну, не знаю. С одной стороны, это, наверное, хорошо, а с другой плохо. Потому что... Да не, наверное, хорошо.
А то так каждый из-за зону будет вылетать и падать на голову. Мне кажется, что даже к лучшему. Я хочу еще заехать, затестить, возможно ли его купить за монеты. На гадке есть магазинчик, заеду туда. Если сейчас здесь не найду, конечно, то валим на гадку, посмотрим там. Но пока тяжело найти. Я ракетницу уже нашел, а шар не нашел. Я просто очень сильно хочу затестить его механику. И кто знает, возможно, он открывает... Да никто знает, а он 100% открывает новые возможности для того, чтобы, к примеру, забраться на мост. Так, ребят, сейчас чекаю быстренько магаз, и вы видите, что очень и очень близко около меня упадет дроп. Ну как близко? Ничего себе близко. Стоп, а магазин здесь где? А, он на гадке. С каждой обновой переносят, но в этот раз не переносили, да? Он в гадке. Ого, да не, не близко. Не близко флайер, я думал, что вообще в этом доме. Такс. Ну и что здесь? Смотрим. Все так же можно купить флайерган за 100 монет. Супер убил маг. Эвакуационного шара, ребят, здесь нет. Видите сами, да? То есть, если вам будут тиммейты говорить о том, что я покупал, не ведитесь, это фейк. В прошлой катке так и не удалось найти шар. Не удалось его найти за всю катку, поэтому я не вижу смысла затягивать время и показывать вам ту катку до конца. Попытаемся сейчас вначале найти. Если не найдем, то я хз. То будет, конечно, очень обидно, потому что хочется затестить механику новую. Такс. Чисто. Но кто-то же должен был упасть. Если не упали, то, конечно же, топ. Быстро облутаю все конты. Ну, опять-таки, показывать вам, как я лутаю конты. Ну, я сам понимаю, что это не самое веселое, на что можно смотреть и тратить свое время. Поэтому, да, в прошлой катке я не нашел эвакуационный шар. Давайте поищу в этой. Найду, вставлю, не найду. Хз. Чтобы вы понимали всю парадоксальность ситуации, я вторую катку подряд нахожу в флайерган, но до сих пор не нашел эвакуационный шар. Это бред. Это бред. Да, многие сейчас скажут, зачем тебе беттер? Мне похер, какой лут прилетит мне. Не нужен. Мне нужен только эвакуационный шар, который я до сих пор не могу найти. Это просто зашкварно. Даже беттер уже вызвал, чтобы зоны свалить. О! Ничего себе! Вы видели, как появился? Ой-ой-ой! Вы видели, как появился? Алло! Сначала исчез. А потом появился. Там ничего не было. Походу, ребятки, я нашел первый эвакуационный шар. И сейчас мы посмотрим, как он работает. Выглядит эта сумка вот так. Спасательный шар называется здесь. Чтобы проще было выговаривать спасательный. Но теперь, типа, две дилеммы. Я могу улететь, в принципе, как на шаре, так и уехать на этом. На беттере. Жалко, что беттер к шару нельзя прицепить. И вот теперь вопрос. Этот эвакуационный шар, он спавнится рандомно, либо же... Ой, красиво. Красиво, смотри. На беттере я б не уехал. Вот видишь, зачем эвакуационный шар? Если ты вызвал беттер, беттер перевернулся, у тебя есть, типа, возможность спастись. Тогда о чем я? Если эвакуационный шар спавнится рандомно, интересно, или все-таки не рандомно, в одном и том же месте лежит? Возможно, стоит снять отдельный видос, там топ-10 локаций с этими шарами. Но об этом посмотрим. Давайте, если вам зайдет такая рубрика, 3000 лайков под этим видосом, и я постараюсь рассказать вам более подробно, спавнится это все рандомно, либо же все-таки можно находить каждую катку в одном и том же месте. Давайте посмотрим, как это работает. Запускаем, вызываем. Такс. Теперь что надо нажать? Кнопку выстрела? Не. А, да, кнопку выстрела. Срабатывает вот такая вот анимация, друзья. Ну, времени так прилично занимает. Так он еще пока поднимается, смотри. Поднимается. Ого, как высоко. Ничего себе. До сих пор. То есть, пока звук закончится, скорее всего. Да, вот, услышали характерный звук. Увидели вот такие вот стропы. Нажимаем прицепиться, ребятки. И еще нужно 11 секунд ждать. За это время можно бустануться, конечно же.
бустаемся. Это время для того, чтобы, наверное, все тиммейты прицепились. И это правильно. А вот если я буду бустаться, и вот сейчас... Угу. Вот таким вот образом мы залетаем в зону, ну, тупо как батя. И это очень быстро. Нереально быстро летит. Круто, мне нравится. И выйти можем в любой локации. Ничего себе. Ребят, а это то, о чем я и говорил. О том, что можно попасть на мост. Вот сейчас с тобой и попытаемся даже попасть на мост, используя эвакуационный шар. Посмотрим, с какой скоростью. Летит он нереально быстро. Нереально быстро летит. А вот с какой скоростью будет парашют раскрываться, сейчас посмотрим. Возможно, я и не попаду на мост. Не, это имба. Это геймченджер. Это очень сильно меняет игру. Геймплей это очень сильно меняет, если он будет находиться в одной и той же локации. Ну, типа, ты в начале каточки взял его себе. Слушай, а где мой парашют? Алло. Очень. И парашют медленно летит. Медленнее, чем Сивента. Сейчас попытаемся еще и на мост залететь. Не уверен, что у меня это получится благодаря гироскопу. Если бы гироскоп был выключен, естественно, без проблем. Так, так, так. Так, так. Еще и скин на парашют. Я же говорил, что 100% у меня это получится. Смотри. Смотри. Да ладно. Друзья, на самом интересном месте, к сожалению, закончилась память, и я не записал. Я не записал. Очень обидно, но... да, вы можете сказать, да, Виталик, тебя развалили, ты бот. Но на самом деле, я убил тех игроков. Ага, конечно. И прям закончилась память, я хотел подытожить. Очень крутая тема, потому что, смотрите, я с Гергополя перелетел на мост. Залетел на мост, остановился, развалил там сквад. Вы понимаете, насколько это меняет игру? И это все, ну, в течение буквально 30 секунд с одной локации в другую и занял топовую позицию. Ребятки, это очень крутая фича. На самом деле она мне очень нравится. Опять-таки, более подробно про обновление 2.0 я, наверное, сниму видео позже. Я хотел бы вот поговорить именно об эвакуационных шарах в этом видосе. Вы напишите в комментах, где находили их вы. Проверите локации. Возможно, они спавнятся опять-таки на постоянку. Ребятки, я надеюсь, вам понравилось данный видос. Вы оцените его лайком, подпишитесь на канал и также залетайте в телеграм-канал в мой и в Джесси Пинкмана, и на Джесси Пинкмана канал YouTube тоже подписывайтесь. Всем огромное спасибо за просмотр, увидимся в следующих видосах. Всем пока, ребят.